К другим темам. Новый корпус НГУ открыли в третий раз. Теперь официально. Во время торжественной церемонии было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Новосибирской области и Российской академией образования. Ну а будущее светило науки студенты, которых на прошлой неделе пустили в аудитории, будут грызть гранит науки с Божьей помощью. Церковь подарила вузу икону князя Владимира. Красную ленту перерезал министр образования и науки Дмитрий Ливанов. Федеральный чиновник прогулялся по аудиториям, поговорил со студентами и преподавателями, оценил новую мебель, температуру в классах и остался доволен качеством ремонта. Дмитрий Ливанов пообещал помогать развиваться главному университету Сибири и дальше. Только первая очередь, здесь еще предстоит построить корпус, где будет и университетская библиотека, и большой актовый зал, и поточная аудитория. Потом мы перейдем после этого к созданию лабораторного корпуса. Это все в перспективе, но я думаю, что мы уже в ближайшее время приступим к реализации следующих этапов развития университета. Министр образования рассказал об индексации стипендий. В сентябре они выросли на 4%. Следующее повышение запланировано в сентябре 2016-го и тоже на 4%. Немного, но хоть что-то в кризисные времена. Также Дмитрий Ливанов заявил об усилении мер безопасности в образовательных учреждениях, в детских садах, школах и вузах.